солнышко пробивается, работающее предприятие, светло, как мы рады солнцу. Ха, целые вагоны заходят, поезда, вот видите. Есть трубы, вот это вот литейный цех. 17 января, нахожусь на УЗХ проект, сзади меня литейный цех, это вот штаб, вот, сегодня ряд совещаний проходило, вот, много интересного, задач нарезано. В Норильске производят квас, вот норильский квас. Так что попробуем.